Целый день я как маньяк. Маньяк. Но... Сегодня у меня шокирующее преображение. Мы отлично выглядим в кадре. Это первая сцена, и сразу же дэнс-брейк. Это так сложно. В клипе будет много сцен, которыми смогут насладиться наши фанаты. Снято! Ты в порядке? Я так удивился, со мной все нормально. Мотор, это танец обрезания ниток у куклы. Мы прикусываем их, чтобы разрезать. Это убийственный момент нашего танца. Еще немного, посмотри вперед. Ты поднял руку? Это больше напоминает куклу, верно, это больше похоже на куклу. Еще немного отдачи. Хлопни чуть сильнее. Мотор. Да, снято. Выглядит отлично. То, как ты слегка приоткрываешь рот. Было так мило. Милый мальчик, ты должен ниже опустить спину. Еще ниже. Понимаешь, что я имею в виду? Спина. Вот так. Рестлинг в качестве бонуса. Давайте отрепетируем еще разок. Давайте еще раз. Иди-ка сюда. Я думаю, что лучше действовать медленно. Давайте приготовимся. Да. Я лечу. Не узнаешь, пока не начнешь. Но я думаю, это будет весело. Так высоко! Можешь двигаться? А что насчет Чанбина? Давайте немного опустим. Мы должны это сфотографировать. Они такие милые. Это забавная сцена. Мотор. Давайте спускаться. Айен, давайте спустимся. Пожалуйста, спустите меня. А как насчет доктора Стрэнджа? Давай сделаем вот так. Неплохая идея, я попробую. Тор звучит супер. Тор? Мотор. Раз, два, три. Ты уже ел? Привет, привет. Привет, Хёнджин. Привет. Я однодневный специальный виджей для нашего маньяка. Клипа на маньяк. Маньяк. Ты покрасил волосы в красный. Я думаю, это вполне неплохо. Вполне неплохо? Неплохо, неплохо. Все говорят, что мне очень идет. Спасибо. А что насчет тебя? Тебе нравится? Да, мне тоже все нравится. Твои желания — это самое важное. Мне это нравится. Ты снимался в потрясающей сцене. Что было таким потрясающим, Сын Мин? Ты летал. А, верно. Я летал. Как ты это сделал? Подожди. Я надел ее наоборот, она задом наперед. И снова здравствуйте. Привет еще раз. Хёнджин, я видел, что ты парил вот там. Иногда я летаю. Можешь рассказать нам, как ты летал? Вот так? Можешь сделать это еще разок? Взлети туда, поднимись вот туда. Лети, Хёнджин.
Мне не видно твоего лица. Сегодня первый день. Это первый день наших отношений? Нет, это не так. Нет, не это я имел в виду. Ты заставляешь меня смущаться. Нет, нет. Сегодня первый день. Первый день? Да, первый день. Нет, я имею в виду первый день съемок. Первый день отношений. Хорошо. На этом интервью подходит к концу. Мотор. Айен ударил меня во время танца. Я должен был вести себя с ним повежливее. Такой пугающий младшенький, он бьет меня, не давая узнать об этом остальным. Я чуть не ударил его, но он такой милашка, я подарю ему обнимашки со спины. Участники. Кошачий удар. Мотор. Да, снято. Здравствуйте. Сегодня мы начали со сцены на крыше. И сцен с разными групповыми танцами. Также участники летали. Было еще множество непринужденных выступлений. Мы сняли такие новаторские и потрясающие сцены. Я с нетерпением жду наших съемок, потому что мы подготовили столько всего нового. Итак, это конец первого съемочного дня. Пока! И последний, раз, два, три. Он перевернул это место вверх дном. Ладно, хорошо поработайте, ребята. Спасибо, спасибо, спасибо. Я не сказал этого перед ним, потому что он может стесняться. Я ощутил прилив энергии для сегодняшней съемки. Спасибо, Чунхо. Я думаю, он услышал меня. Латте со сгущенным молоком звучит здорово. Он не будет горчить. Ты не можешь пить горький кофе. Я не могу. Малыш, малыш. Еще карамельный латте. Латте со сгущенным молоком будет слаще. Один латте со сгущенным молоком, пожалуйста. Спасибо. Чунхо всегда отправляет нам фургончик с кофе в качестве подарка. Я не знаю, как мы могли бы отплатить за его доброту. А теперь другая сторона. Жизнь человека. Так правильно? Вот так. Это непросто? Что? Приподнимите верхнюю часть тела и задержитесь. И икры тоже. Стойте в этой позе. Какое-то странное ощущение. Я не могу делать это с ним. Еще раз, еще раз. Раз, два, три, четыре. Мотор! Это напоминает мне год с Ду-Ду-Ду. Это вторая ветка. Я ездил по второй ветке метро 5-6 лет. Ёндэн-по, Хабджон, Хонде. А, Хонде, верно. Вот это. Верно, я пользовался пятой веткой и пересаживался в Аншинни. На станции Садан, направляюсь в Садан. Когда я жду на станции метро, есть люди в тренировочных штанах и черных панамах, и они похожи на хип-хоп-артистов. Они все танцоры, все. Они не танцуют поппинг в метро. Вот так. Я тоже был таким в школьные времена. В наушниках. Я не могу стоять спокойно, поэтому я сажусь и просто двигаю руками. Только руками. Человек, сидящий рядом с тобой, будет на тебя странно посматривать. Но все люди рядом со мной были такими. Ты одет в желтую школьную форму. Люди в желтой школьной форме с такими большими рюкзаками. Они все одинаковые. Причина, по которой рюкзак такой большой, это одежда. В большом рюкзаке я открывал нижнюю часть и убирал туда обувь. Ранним утром после практики я быстро мылся в ванной компании. Надевал школьную форму и шел в метро. Со школьной формой после школы я возвращался в тренировочный зал. Это было 24 февраля. Я присоединился к JYP. Все были такими крутыми. Когда я увидел их, то подумал, вау, знаменитости. Феликс был. Я совсем не мог говорить, о чем ты. Я любил носить аксессуары. Он сбрил эту часть волос. Верно, я сбрил все и зачесывал волосы назад. Музыка была такой громкой. Знаешь, как лечь вот так? А, я знаю, что это. Я помогу тебе, поднимайся снова. Вытяни ноги, вытяни.
Лино, я могу поснимать тебя минутку? А, это? Не мог бы ты немного рассказать нам о концепте клипа? Название «Маньяк». Это значит, что мы немного сумасшедшие, наше легкое безумие, и ты выглядишь безумно. Спасибо. У него сумасшедшая внешность, и наше безумие, и наша рассудительность будут показаны в клипе. Это мое предположение, а внутреннее и внешнее вместе. Вот в чем суть клипа, да. Какой прекрасный ответ. Тебе понравилась твоя еда? Да, вчера на обед я ел бибимбап. А сегодня на ужин были бульгоги. А сегодня на завтрак был ланчбокс. Не смотри мне в глаза, это так страшно. Пожалуйста, смотри в камеру, хорошо? И суп с рисом на ужин. О, хорошо. Я думал, куда ты смотришь, а ты смотрел мне в глаза. Это было довольно страшно. И еще, какая в клипе убийственная часть? Маньяк. Так круто! Все могут исполнить этот танец, верно? У тебя такой детальный танец с пальцами, это ты не должен провалиться, танцуя это. Верно, да. Все могут это сделать. Какая часть «Маньяк» твоя любимая? Маньяк! Ты потрясающе исполняешь эту часть. Я? Да. Верно, это моя часть. Да. Пожалуйста, постарайся изо всех сил во время оставшейся части съемок. Да, спасибо. Стоит ли нам дать 5, чтобы закончить интервью, да? Эта съемочная площадка выглядит очень грубо. Она показывает внутреннюю сторону «Маньяк». Я постараюсь хорошо вписаться в эту съемочную площадку, снять на этой удивительной площадке потрясающую сцену. Я буду стараться изо всех сил. Ты думаешь, я невинный? В этой части есть изюминка, поэтому я приложу все усилия. Мотор! Да, снято, снято. Я люблю тебя. Вы слышали, что он сказал? Я люблю тебя. Знаешь, что забавно? Он сказал это мне. Боже, это дружба. Ты плохой друг, он мой лучший друг. Не могли бы вы, пожалуйста, на минутку выключить камеру? Так по-детски, Феликс, я твой лучший друг. Напоминает съемочную площадку фильма. Гим Джан Ди? Нет, что там было? Как зовут героиню дорамы Токеби? Я не могу вспомнить. Если мы внезапно услышим оттуда этот звук и появится куча зомби, то будет очень страшно. Знаешь, что я имею в виду? Так страшно. Он нападает на меня или нет? Я не атаковал тебя. Это так раздражает. Вот это. Ребята, хватит. Давайте сниматься. Да, хорошо. Верно. Да. Да, снято, снято! В следующем дубле. Ты знаешь танец? Я практиковал его раньше. Верно, танцевальный клуб. Танцевальный клуб Сэнмин из школьного танцевального клуба. Главного танцевального клуба. Танцевальная машина, да-да. Сэнмин с самого начала отличался. Я немного танцевал. Он отличается. Главный танцор. Чанбин, вот тут мышцы напряжены. Тут гипермаркет, а еще вот это место. Еще Старфилд. Мне нравится Старфилд. Yeah,
23-24. Уже все выросли. Ты мог бы жениться в следующем году. Я уже женат. Настей? Конечно. Я подписал много заявлений о браке во время фансайнов. Это правда. Это правда. Это выглядит реалистично. Это перевернутая версия съемочной площадки. Площадка вверх ногами. Ты не знал этого, да? Знал. Что? Это перевернутая версия съемочной площадки. Это? Это действительно потрясающе, Чан Бин. Да, хорошо. Разве это не Чан Бин? Йон Бок. Еще раз посмотри на Феликса. Я думаю, кто-то сделал это по-другому. Вот так? Можете поднять камеру немного повыше? Да. Поздоровайся. Поехали. Это не другая съемочная площадка. Сейчас мы перевернули ее с ног на голову. Все перевернуто вверх тормашками. Иногда мы вот так смотрим на перевернутый вверх ногами мир. Мы с самого начала перевернули все с ног на голову. Я думаю, самой запоминающейся сценой стал групповой танец, который мы снимали на третий день. Потому что съемочная площадка выглядела потрясающе, аутфиты идеально подходили площадке. Так что мне это очень сильно понравилось. В первом куплете все стоит правильно, а во втором перевернуто с ног на голову. Площадка действительно выглядит потрясающе. Это ваш виджей третьего дня. Айен. Я виджей. Поэтому я собираюсь заснять площадку. Это спортивный костюм. Я выгляжу как Дэнди с этим галстуком и в рубашке. Это не сочетающийся образ. Выглядит отлично. Стой там, стой там! Что ты думаешь об аутфите? Что ты думаешь об аутфите? Тя-тя? Что ты думаешь об этом аутфите? Тя? И теперь у нас тут съемочная площадка. Тя? Изначально съемочная площадка? Ох, нет! Съемочная площадка выглядит вот так. Я думаю, площадка отлично передает атмосферу маньяк. Ради этого ты покрасил волосы в синий. Как ощущение? Ну, я синий. Но вон там есть красный. Еще ты носишь синие линзы. Нет, сегодня у меня линзы сероватого оттенка. Да, голубовато-серый. В чем фишка твоего наряда? Я думаю, в этом, вот. Мне очень это нравится. Понятно. Мне нравится это. Тебе нравится она? Нет, вот это. Что ты думаешь о сегодняшних съемках клипа? Я думаю, все очень хорошо гармонирует с этой площадкой. Камера поворачивается, когда мы поворачиваемся. Она поворачивается, когда слышит звук дрели. Это так здорово. И еще есть множество захватывающих дублей. Да, все так непредсказуемо. Точно. Это всегда было непредсказуемо, но на этот раз все еще более непредсказуемо. Вот почему я с еще большим нетерпением жду этого. Я думаю, это будет выглядеть потрясающе. Ты будешь наименее поразительным участником. Да, снято. Да, снято. Я остановлюсь на этом. Хорошо. Снято. Хорошо. Отличная работа. Давайте попробуем сделать это. Поехали. Мотор. Я могу попробовать еще раз. Это засняли. Да, хорошо. Мотор. Да, снято, снято. Освещение, да. Он проходит тест на запах. Там внутри сосиска?
Возможно. Мне стоит просто вытащить сосиску и съесть ее? Снято, снято. Хорошо, хорошо. О чем ты думаешь, Айен? О тебе. Я думал о том, как убить тебя. Я хочу, чтобы Сын Мин умер ужасной смертью. Сделай все возможное. Сын Мин? Брось их! Ты бросаешь их не в Чанбина. Ты должен подбросить их вверх. Я знаю, но не могу себя контролировать. Они сказали, что ты делаешь это неправильно. Бросай. Раз, два, три. Наконец-то, пожалуйста, говори громче, я не могу расслышать из-за всех этих людей. Сейчас? Сегодня, наконец-то, последний день съемок нашего клипа. Как все прошло? Я повеселился. Ты не можешь говорить что-то подобное. Сегодня последний день съемок клипа. Я очень взволнован тем, что Стэй смогут увидеть наше отличное выступление. Я правда с нетерпением жду возможности увидеть наш клип. Так жаль, что сегодня последний день съемок. Прозвучало неискренне. Вот такой формальный ответ. Вы хотите чего-то подобного, Стэй? Тот факт, что в этот раз мы использовали роботизированную руку, означает, что будет много переходов. Пожалуйста, посмотрите клип «Маньяк». Пожалуйста, посмотрите его. Столько времени прошло с тех пор, как я ходил в караоке. Она недавно сменилась. Теперь моя любимая песня — это песня Квон Джина. Мы пойдем туда. Какая песня? Какая? Какая песня? Behind the Page. Серьезно? Что не так с твоими глазами? Я ношу линзы-сердечки. Разве они не выглядят круто? Почему у тебя перевернутые сердечки? Я заморозил одно и проткнул другое. Кто тебя ударил? Меня ударил этот парень, так и думал. Преподай ему урок. Я могу сделать тебе гастроскопию с помощью трубочки. Мотор. Ребята, добро пожаловать в мой ресторан. Мы облажались. Привет. Протри как следует. Я возьму томат бекон делюкс. Что ты хочешь съесть? Я хочу бургер из соседнего ресторанчика. Валяй. Бекон с томатами делюкс. Лино, на самом деле в последнее время... Что ты творишь? На съемочной площадке клипа «Маньяк». Я ваш корреспондент Хан из Stray Kids. Привет. Привет, Феликс. Как тебе сегодняшний день, чувак? Мой день. Неплохо. Мы сделали укладку и макияж. Мы приоделись. Все остальные, мы все снимали свои сцены. Мы все еще должны это делать. Хан и Хён Джин, они наконец-то ушли. Какой концепт у песни «Маньяк»? Мы делаем что-то безумное, но в то же время невероятное. Вещи, которые люди даже не могли бы себе вообразить. Моя любимая часть — это партия Хана. О, это рэпер, да? Да, рэпер. Да, Хан рэпер. Тот, кто... А, и Visual. Да, и Visual. В то же время он умеет петь. А что ты думаешь о его стиле? Я думаю, маньяк подходит Хану. Маньяк — это определение Хана. Верно. Боже, ты такой крутой. Ты сегодня круто выглядишь. Хорошо, давай вернемся к корейскому. Привет. 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 Погода такая приятная? Да, хорошая. Погода очень приятная. Где мы сейчас? Мы в Корее. Да, в Корее. Хотя я не знаю, где мы. У Феликса осталась еще одна сцена, да? У тебя все еще осталась одна сцена, так что продолжай хорошо работать. У меня не было возможности сказать это участнику, но должно быть, у них были сложности из-за смены расстановки. Поэтому я хочу сказать, что они прекрасно постарались. Дайте мне знать, если захотите что-нибудь поесть. Я угощу каждого из вас. Хорошо, давай на этом остановимся. Кроме тебя, Феликс, кроме тебя, хорошо. Я просто шучу. Хорошая работа. Теперь мы пойдем. Пока. Пока, Стэй. Сердечко? Да, снято. Снято. Вот тут. Ты уходишь? Да, ухожу. Нет, все нормально. Сегодня же последний день. Thank you.
Еще. Камера, ты сумасшедший? Давайте подойдем поближе, еще совсем немного. Камера. Мы сняли очень веселый, безумный и потрясающий клип, верно? Я думаю, Стэй будут с нетерпением его ждать. Это было долгое путешествие. Мы тоже с нетерпением ждем возможности его посмотреть, да? Тогда пришло время попрощаться. 20 тысяч на счет 30 тысяч. Я соглашусь с 50 тысячами. Перевод предоставлен группой Nightmare. Озвучила Айка. Спасибо за просмотр.